Всем привет! Сегодня будем монтировать теплицу капелька 2М, 2х6. Разгрузили, уложили. Все, начинаем сборку бруса, каркаса, торцов и так далее. Продолжаем монтаж. Капелька 2М. Закрепили основание, брус 100 на 100. Поставили на брус клиента, собрали каркас, закрепили к основанию нижний конек наверху, собрали торцы, обшили, все перекрываем, форточный блок, двери форточки, продолжаем. Вот и закончили мы монтаж, теплица капелька 2М. Ширину 2 метра, длину 6, высокая, прямые стены, сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы, 20 на 40 арки, прогоны 20 на 20 связи, 20 на 40 также в дверях. Двери с форточками в обоих торцах, полимерно-порошковым способом окрас, цвет шоколад, поликарбонат 4 мм, плотность 0,75, основание теплицы брус 100 на 100, пропитан антисептиком, лежит на брусе 150 на 150 еще, клиент сам его поставил, соты защищены перфолентой торцевым профилем, везде. Водительная резинка в торце, отлив над дверью, в том торце также. В теплице стоят укосины диагональные для большей жесткости. Две нитки системы подвязки, форточный блок с автоматами, автоматическое проветривание. Уже начали открываться один побольше, один поменьше. Вот такая красотень. Все, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!